Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад. Соответствующей инициативой в Госдуму выступила член Общественной палаты России Ирина Волынец. Это может коснуться тех семей, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до 2 прожиточных минимумов. По мнению парламентария, это может стать существенной мерой поддержки для нуждающихся семей. Эту меру предлагается сделать постоянной с момента ввода режима повышенной готовности.